Последним указом, подписанным Игорем Дадоном в качестве президента, будет о снижении пенсионного возраста. Партия социалистов готовит законопроект о возврату к ранее установленному цензу – 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Действующий глава государства заявил, что промульгация данного документа станет для него символическим в конце срока перед продолжением политработы в интересах граждан. Игорь Дадон отметил, что пенсионный возраст в Молдове повышали до тех пор, пока он не стал президентом. Последний раз в 2016 году его предшественник Николай Тимофти подписал этот закон. Поэтому до конца срока, как и обещал Игорь Дадон гражданам, он подпишет указ о снижении пенсионного возраста. Согласно действующему законодательству, пенсионный возраст для женщин и мужчин составляет сейчас 63 года. Pentru mine ar fi simbolic. Eu semnez legea prin care se anulează această majorare și se revine la vârsta de pensionare 57 la femei, 62 la bărbați. Adică dacă Parlamentul va vota o astfel de lege, atunci pentru mine va fi simbolic. De ce? Pentru că nu trebuie ceva simbolism, nu știu care. Ceva pentru oameni. При этом Игорь Дадон не собирается уходить из политики. По его словам, после окончания президентского срока он намерен вновь возглавить партию социалистов. Решение примут на съезде ПСРМ, который состоится 30 декабря. De ce pe 30? Pentru că până pe 24, până la intrare în funcția noului președinte, eu nu am drept să fiu membru al partidului. Imediat după ce intră în funcție noului președinte, îmi restabilesc statutul de membru al PSRM și după aceea mergem la Congres. Toate pregătirile pentru Congres deja sunt lansate. В связи с этим Игорь Дадон также отметил, что вопреки злым языкам, команда ПСРМ сейчас сплотилась еще сильнее, чем когда-либо. La următorul Congres o să vedeți toată echipa împreună și la Congres și cu poziții comune referitor la ce, cum mergem mai departe pentru următoarele bătălii politice care vor avea loc în anul următor. Игорь Дадон возглавляет партию социалистов с декабря 2011-го. Он приостановил свое членство в ПСРМ в ноябре 2016-го, когда был приведен к присяге в качестве президента.